Допросы проходили по 5-6 часов в присутствии 10 военных. Я один и 10 военных. Неужели я мог нанести кому-либо угрозу, находясь один со связанными руками? Но еще хуже ситуация была в соседних камерах, когда российские военные задерживали кого-то на улицах Мелитополя, и им казалось, что это сотрудник вооруженных сил Украины. Их они пытали, ломая руки, ломая пальцы и выбивая какие-то признания. Но на этом Российская Федерация не остановилась. И сегодня 29 моих коллег находятся в плену. 29 мэров городов, заместителей мэров, депутатов местных советов. Именно через эту призму Российская Федерация пытается принудить к любви и свободе. Находясь в плену, я спросил, зачем вы к нам пришли? И ответ меня даже не удивил. А я полностью понял глупость и безнаказанность этих убийц. Они перечислили 3 пункта. В первую очередь, они сказали, что они пришли защищать русский язык. Уважаемые коллеги, город Мелитополь, украинский город Мелитополь и украинцы в Мелитополе на 95% разговаривают на русском языке. Как сейчас я с вами. Как разговаривают мои родители, мои друзья, моя команда. И в этом не существует проблем. Я официальное лицо. И только официальные мероприятия мы проводим на украинском языке. И в этом нет никакой проблемы. Второе, они сказали, что придут освобождать нас от националистов. От радикальных националистов. Это может показаться глупым, но за 33 года своей жизни я не видел такого ни одного в Украине. И уж точно сотни тысяч военных не нужны для освобождения Украины от того, чего нет. Третий аргумент поразил меня больше всего. Они сказали, что в Мелитополе на 9 мая, в День Победы во Второй Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, мы бьем стариков и ветеранов. Вы знаете, в городе Мелитополе сегодня в живых осталось 34 ветерана. Тех, кто действительно воевали в Великой Отечественной войне. Всех их мы знаем, наша команда знает лично. Ко всем им мы несколько раз в год приезжаем. В силу меры возможности помогаем. Но абсолютно непоколебимым является уважение к тем ветеранам, которые спасали нас в 40-е годы. И абсолютно точно никто никогда в жизни не применял к ним силы на 9 мая в городе Мелитополе. Все обоснования Российской Федерации на приход в Украину являются надуманными. А военные являются военными преступниками, которые зомбированы высшим политическим и военным руководством России. Россия была удивлена отпору, который ему дает украинская армия. И отпору, который им дает украинский народ.